В аварии под Москвой погибли 8 украинцев. Еще трое были госпитализированы. Трагедия произошла накануне вечером возле деревни Ельня Можайского района Московской области на 125-м километре автодороги Москва-Минск. По данным МЧС России, микроавтобус Ford Transit перевозил 12 граждан Украины. Водитель не справился с управлением и совершил по касательной столкновение с пассажирским автобусом Mercedes, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузной фурой из Белоруссии. В микроавтобусе находились 11 человек. Все они жители Житомирской области Украины. Люди возвращались с заработков домой. Личности погибших еще предстоит установить, так как никаких документов при них обнаружено не было. Водитель Ford Transit выжил и находится в больнице. Водитель фуры получил незначительные ранения. Люди, находившиеся в автобусе Mercedes, не пострадали. Предварительные причины трагедии в ГИБДД называют плохие погодные условия. По данным ведомства, перед столкновением микроавтобус занесло из-за сильного снегопада.